Voltage Pictures и Ace Pictures представляют. Производство Spectre Vision. Настоящий. Вам повторить? Да, пожалуйста. Тебе нужно успокоиться! Давай ты не будешь мне указывать. Я как-нибудь сама решу. Эти долбанные доктора. Это тебе в больнице не говорят. Да все и так очевидно! Твою... Бог ты мой! И что, разобьешь теперь все тарелки в доме? Оставить тебе парочку, чтобы было из чего жрать на новом месте! Знаешь что, тебе и правда лечиться надо. Лечили уже! Эта хрень меня уже достала, что пока! Что ты, папа? После этих таблеток я сама не своя! Я тебя не укажу! Все будет хорошо, Уилбер. Поиграть. Смотри, я буду стрелять отсюда, а ты давай с другой стороны. Хорошо, у меня винтовка с лазерным наведением. Ясно. А, по нам стреляют! Люк? Люк! Люк! Больше никогда не убегай без спроса. Никогда больше, слышишь? Пойдем. Подожди. Можно Дэниел пойдет с нами? Дэниел? Кто такой Дэниел? Мам, он мой друг. А, конечно. Дэниел, не хочешь пойти к нам на ужин? Да, спасибо. Ты последняя надежда на спасение королевской крепости. Но сейчас я прыгну с парашютом из вертолета, а ты полетишь за мной и будешь снимать. Договорились? Ага. Ты должен загнуть этот краешек, а потом сложить все пополам. Что это? Это оригами, чайный набор. Ого, ты это сам сделал? Я хотела устроить чайную вечеринку, чтобы ты больше не грустила. Спасибо. Три, два, один! Скажи чизбургер. Поп! Нам будет хорошо вдвоем. Только ты и я.
меня просто классная идея. Тебе нужно надавливать, когда поворачиваешь. А зачем они? Они наделят твою маму суперсилой. Тебе, Дэниел, не нужен он нам. Хорошо? Вот, детка, возьми этот ключ и можешь запереть своего воображаемого друга в бабушкин кукольный домик. Но я не хочу. Но так нужно. Ты сделал бяку, и теперь иди в дом. Залезай! 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 Да, 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 да. Я собирался приехать на выходные. А поточнее? Ну, может, сегодня, может, завтра. Посмотрим. Слушай, приезжай, если действительно хочешь. Но если ты делаешь это просто потому, чтобы не огорчать меня, то я в порядке. Нет, серьезно. Мам, ну, конечно, я хочу увидеться. Ты не приезжай только из-за этого или из-за того, что тебе не нравится в школе. Тебе нужно найти хороших друзей там. Йоу, зацени цыпу. Я не хочу увидеть тебя, потому что я очень... Богиня цифровой эры. Я так по тебе соскучилась. Но тебе нужно... Не могу понять, то ли вдуть, то ли помолиться. Поэтому удачная фотография получается не только благодаря правильно выставленному свету, подбору оборудования и настройке фокуса. Я надеюсь, что с этим вы, безусловно, справитесь. Главное же, это связь между вами, фотографом, и объектом. Thank you.
Мам? Мам! Привет. Мой красавчик. Я принес сэндвич. Ветчина и сыр. А. Твои любимые. Спасибо. А что это ты такое делаешь, мам? А, это просто... Иногда просто слова... Иногда, как будто книги говорят со мной, как будто там какие-то послания... Как будто знаки. Мама, а что с зеркалом? Мне не понравилось, что я увидела. Седьмая ежегодная волчья вечеринка. Которые не существуют в реальности. Тот же стресс может стать тому причиной. Я бы особо не волновался. Ну, если падать в обморок, как викторианская герцогиня, каждый раз, когда устал от учебы, тебя ждут веселые 4 года, правда? Потому-то ты и пришел. Моя мама не особо доверяет докторам. И она бы не обрадовалась, узнав, что я здесь. Она нездорова. И ей стало хуже, когда я уехал. Я сильно волнуюсь за нее. Черт, я подозревал, что это может передастся, ведь в моем возрасте начинают проявляться симптомы. Это возможно. Что еще тебя беспокоит? Секс и смерть, наверное. Как раз то, что и должно беспокоить взрослого человека. Кто это сказал? Лурид. А еще что жить, это все равно, что учить санскрит у пони. Неплохо. Ты когда-нибудь уже видел подобные вещи? Блин, никогда вообще-то. Никаких галлюцинаций? Нет. Но... У меня был воображаемый друг в детстве. Его звали Дэниел, и он был моим лучшим другом. Единственным, по правде сказать. Звучит убого. У всех свои потребности. Но, получается, мои изначально были убогими. И что-то случилось с этим другом? Нет. Что-то болезненное? Нет.
Нет, нет, нет. Просто ерунда. Ну что же. Это прозвучит странно, но... Возможно, тебе не стоит бояться своего воображения, а попробовать через него снова оживить эту часть себя. Ты в порядке? Почти полная потеря крови. Все, правда? Да, я в порядке. Ага, я тоже в норме. Отлично, тогда удачного дня. Да, хорошо. Знаешь, Хилди, как говорится, что имеем не храним, потерявши плачем. Ну ты простофиля. Это ж надо арендовать самолет, чтобы написать на ней... Перестань корить себя, сынок. Помни, моя ямочка всегда на том же месте. Что? Уолтер выиграл 20 минут, пока судья выбегал на улицу полюбоваться представлением. Не хочу показаться хвостуном, но ямочка все еще при мне. И все еще на том же месте. Послушай, Хилди, я поступил как нормальный муж, пытающийся сохранить семью и дом. Какой еще дом? Какой дом? Разве ты не помнишь, какой дом я обещал тебе? Эй, Уилбур. Как дела, приятель? Не спится? Мам! Чтобы никто никогда не нашел. Мам! 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 Мам, что происходит? Со мной все нормально. Мам, это вообще не нормально. С
Впусти меня. Люк, нет. Отойди от двери, хорошо? Я вхожу. Господи, что ты наделала? Я не могу смотреть на это лицо. Я не могу смотреть на это лицо. Я не могу смотреть на это! Не трогай меня. Нет. Не смотри на меня так, как будто ты не такой. Все будет хорошо, Люк. Я не могу оставить тебя. Не можешь что? Я не могу оставить тебя здесь. Не можешь оставить меня здесь? Да, не могу, мам. Ничего не могу оставить тебя жить вот так. Потому что я уже все равно ухожу. Нет, 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 нет. Нет, мам, остановись. Хватит. Пусти! Хватит. Прижми их к своему горлу. Пусти. Пусти. Прижми лезвие к своему горлу. Пусти. Ну, пусти же. Нет, нет, не надо. Брось их или убей Люк, меня. Что ты брось делаешь? Или так или убей меня. Остановись. Брось, брось. Мой красавчик. Мы найдем способ тебе помочь, мам. Все будет хорошо. Она совсем справится. И ты тоже. Я не думал, что ты еще там. После стольких лет. Тебе нужна моя помощь. Эй. Привет. Мой доблестный клинок остер, сэр. Мой клинок метла, Дэниел. Стратегии символической логики. Зачем учить это дерьмо? Это должно помочь мне поступить на юрфак. Юрфак? Разве твой отец не был юристом? Последний раз, когда мы с тобой виделись, ты был ребенком с необузданным воображением. Что с ним случилось? Ты и сам, мать твою, знаешь, Дэниел. Сорян, что так долго. О, я даже и не заметил. А это конечно. У нас кто такая? Прям рыцарь печального образа. Не дай этой красавице просто уйти, Люк. Позволь тебя отблагодарить. Хороший поступок, сам по себе награда. Дай мне минутку, у меня где-то... А, вот они. Вот. Правда, не стоит. Настаивай. Я настаиваю, ты проделала такую дорогу. Куплю краски благодаря тебе. Ты рисуешь? И ты не лыком шит, Люк. А я... Я фотографирую. Иногда. Да. Мама случайно порезалась. Бензопилой? Было грубо. Она в порядке? Не уверен. Она сейчас в госпитале. На, вот так. Покажи, что ты уязвим. Она поправится. Я просто прибирался и хотел очистить голову от всех этих мыслей. Я иду на одну вечеринку открытия сегодня. Это в Гринпоинт.
куча разных художников, фотографов. Спасибо. Так ты теперь у нас фотограф, да? Ладно. Да. Я ведь иду с тобой. Я не думаю, что это хорошая идея. Я всегда устаю от всяких сборищ. Это потому, что меня не было рядом, Люк. Смотри. Я разобью эту бутылку, а твою самодовольную физиономию. Слушай, я знала, что все так и будет. Но так значит, могла бы и приготовиться получше. Может, нужно вмешаться? Остановите, но просто что? Не нет. Это не я лыжанулась по полной программе, как последняя. Поверь сутка. Мне. Ты сама-то себя слышишь? Так надо. Ведешь себя как сумасшедшая. Ты называешь меня сумасшедшим? Человек, который стоит перед тобой. Ну что, серьезно? Привет. Реально? О, господи боже. Сорян. Я только что поняла, что здесь полным-полно долбанных лицемеров. Как скажешь, Кэсси. Смотри, у тебя вечер задался. Да уж. Прости, блин. Ну и дыра. Ты идешь или как? Да, да. Все настоящие творцы. Либо мертвы, либо без гроша. Жить в этом городе и заниматься искусством уже просто нереально. Лоток для кошки. Я все время ищу какого-то одобрения среди толстосумов и идиотов. У тебя никогда не возникало ощущения, что ты вообще не знаешь, кто ты на самом деле? Смотри. Иногда я даже не могу вспомнить, зачем вообще начала заниматься этим дерьмом. Я как будто, не знаю, родилась слишком поздно, что ли. Это тоже ты нарисовала? Это эксперимент, который явно не удался. Это ее лучшая работа. Да ты что? Да это же... Это реально круто. Мне очень нравится. Правда. Ну, если уж тебе так нравится, скажи, кто этот парень? Ее отец. Я не знаю. Мой папа. Что ж, это... Неплохо. Очень меланхолично. Типа... ну, в хорошем смысле. Очень мило с твоей стороны. Эй, у меня идея. Раз уж это так офигенно, я, наверное, разнесу все остальное в хламину. Нет, не делай этого. Быстрее доставай камеру. А знаешь что? Думаю, так она даже лучше. Не присоединишься? Я ничего не сделал сам. Я не творец, а она... Да я круче не встречал. Люк, ты сам построил себе тюрьму. Разрушь ее и живи. Ты мне нравишься. Уильям Блейк говорил, что стихи ему нашептывал на ухо Архангел. Серьезно? Просто он был гением. Как и ты. Поэтому ты здесь? Чтобы лить мне в уши сладкую хрень, да? Я здесь, потому что ты здесь. Я часть тебя. Отлично, значит, у меня поехала крыша. Нет. Зашибись. Ты просто проснулся! Университет Воглера. Стратегическая логика. Экзаменационный лист.
Ричард! Ричард! Соня, может, шуганем его? А давай. Что за хрень? Господи Иисусе! Твою мать! Это не смешно! Серьезно! Ты совсем охренел! Я не могу! Это вообще не смешно, чувак! Смотри на лицо! Спорим, ты без проблем у любой здесь номера стрельнешь. Ну ладно, чувак. Смотри, она умна, романтична. Зайди с кино. Ящик Пандоры. Привет. Прозвучит странно, но ты мне напоминаешь Луизу Брукс чем-то. Что? Луиза Брукс. Она звезда немого кино. Снималась в «Ящике Пандоры». В немецкой классике о женщине, чья необъяснимая сексуальность губит судьбы всех и вся, включая ее саму. Да, это оно. Это оно. То самое. Так ты изучаешь кино? Я люблю кино, а изучаю я психологию. Ясно. Тогда скажи мне, что я думаю? Что я выгляжу как Луиза Брукс? Угадала. Прям в точку. Ты, наверное, лучшая в классе. Не возражаешь, если я... О, здесь будет лучше. Ну-ка. Это мой номер. Скинь мне фотку. Лады. Я Люк. Софи. 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 Пей, 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 пей. Давай. Не хочу. Я не люблю столько выпивать разом. Да и хрен с ним, погнали. Две стопки ты и две стопки я. А, но ты же знаешь, я не могу. Четыре стопки тебе. За Софи! Колледж! Эй, Софи! Как я облажался. Нет. Эй, ты красавчик. Люк.
Брось их или убей меня, мама. Как там водичка? Я не знаю. А у тебя здорово получается. Да, я просто пытаюсь понять людей. Или сопереживать скорее. Как скажешь. Что делаем? Перелезаем. Эти ублюдки по-прежнему экономят на замках. Я здесь работала недели три в том году. Там, где живут чудовища. Всегда хотела быть одной из них. Нравится эта книжка? В тот вечер Макс нарядился волком и сшалил разок, а потом еще разок. Мама крикнула, и мама крикнула ему «Чудовище!». Они всегда были такими строгими по части того, что нельзя перепрыгивать через сиденье. Так, разворот. Вот, перепрыгиваю. Искусство видеть. Эта книга взорвала мне мозг, и тогда я решила, что стану художником. Искусство видеть. Та же фигня. Это вообще-то моя любимая книга. Голым — это быть самим собой. Быть голым — это быть самим собой. Быть обнаженным. Быть обнаженным — это быть увиденным голым со стороны и не осознавать свою наготу самому. У нас супермозг. О, да, Библия, это легко, давай. Моя любимая. У меня здесь шпаргалка. Исход, глава 20. Исход, глава 20. Изрек Бог все слова сии, говоря... Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Жил-да был большой простак, у себя сосать мастак. И не поклоняйся им, и не служи им, ибо я Господь твой. Последела. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим! Аминь. Класс. Это не особо популярный стих. Надо пойти прогуляться. Слушай, а ты чудной. Чего это вдруг? Ну, не знаю, ты как будто целую компанию за собой таскаешь в своей голове. Ты все время там. О, слушай, у меня есть... Кое-что свое хотел тебе показать. Я тут много фотографировал. Это мне особенно нравится. Что я вдохновлялась тобой на новом проекте, правда? Серьезно? Вот, думаю, увековечить тебя. Нас! Мы заслуживаем этого. Что, правда? Ты прям думаешь, что я этого заслуживаю? Сними рубашку, пожалуйста.
А что там за мной? Что это означает? Это твоя тень. Твоя суть. Ну, типа, я увидела что-то опасное. Таинственное. Ясно. И ты видишь это как бы реально или... А может, это я чудная? Ну, это не всегда плохо. Можно? Да. Очень вовремя. Что? Ты заказывал пиццу? Нет. Я с подругой. Привет. Привет. Добро пожаловать, дамы. Слушай, если выбросить твоего приятеля с моста, эти цыпы достанутся нам двоим. Познакомься с невероятно талантливым Люком Наттингейлом. Ух, он такой изврат. Давайте тусить. Честное слово, мы если выпью хоть еще один стакан пива, я двину кони прям тут. Теперь это твои друзья. А с друзьями нужно дружить. Эй, ребята! Снежок просто в путь. Эротичненько. А на папке что-нибудь еще осталось? Секс в апокалипсисе. Как вам, а? Наслаждайся, пока можешь. Все равно либо атомная война, либо вымрем от какого-нибудь сраного супергрипа. Этот хренов шут. Если бы мы трахались так же часто, как наши бабки и деды, давно бы ласты склеили. Уж лучше сдохнуть от супергриппа, чем дать тебе. Ну? А знаешь, он напоминает мне одного из этих ребят. Давайте лучше пойдем куда-нибудь. Можем пройтись по клубу. Я знаю парочку в центре, которые еще не закрыты. Думал, будет весело. Девчонки и мальчишки, а у меня есть идея. Паровые туннели. Десятки миль под территорией кампуса. Нет!
Эй, зацените это! Осторожно, горячий пар. У этого места 5 звезд на Yelp. Ага. Думаешь, надо было забронировать столик заранее? Да. Вон там должно быть джакузи. Тебе никогда не казалось, что ты пытаешься скрыться от мира? Что? А о чем это ты? Ну, не знаю, как будто ты придумал другого себя, чтобы спрятать себя настоящего. Да, наверное. У меня как будто здесь... Просто поцелуй. Этот голос, который постоянно говорит мне, что надо делать. Я чувствую, как в тебе что-то напряжено. Как будто там какой-то зверь. Она мне нравится. Как это? Что еще за зверь? Что ты сейчас делаешь? Это все из-за Кэсси? Ты свободный человек, просто поцелуй ее. Эй, ты еще здесь? Да, прости. Прости меня. Все хорошо? Да, я просто... Я слегка перебрал. Просто дай мне минуту. Эй! Если это не сделаешь ты, позволь мне. Это не измена, если это я. Все-таки делаем это. Улыбнись в камеру. Сам улыбнись. Иди ко мне. Отдай мне мое. Хватит. Прекрати! Остановись! Я хочу свое тело назад! Пожалуйста, отдай мне мое тело! Отдай мне его! Прошу, пожалуйста! Отдай мне мое тело! Отдай! Верни мне мое тело! Эй, вы! Уже пообщались? Это сраная обезьяна. Там жарко, как в аду. Эй, убери это! Иди ты нахрен! Тупой мудак. Да что с тобой нахрен не так? Да. Хорошо. Ладно. Я перезвоню, как только ситуация прояснится. Теперь из-за тебя меня точно исключат. Выходит, я тебя освободил. Как, собственно, и обещал. Ладно. Я досчитаю до 3. Я закрою глаза, и когда скажу 3, ты просто
исчезнешь. Хорошо? Хорошо. Один. Два. Три. Я придумал тебя, и я заставлю тебя уйти. Но тогда лучше сразу отрежь себе голову. Так, давай. Полезай. Иди в дом. Ты не можешь спрятать меня в коробке. Полезай! Ты спятил! Не можешь обуздать свое безумие. Долбанный придурок. А здесь ничего не изменилось. Они даже поместили меня в ту же палату. Как думаешь, тебя скоро отпустят? Я правда не знаю. В этот раз пусть сами решают. А когда у тебя это все началось? Ха, когда у меня поехала чертова крыша? Ты знаешь, о чем я. В 20. Я пыталась спалить студенческую радиостанцию. Думала, диджей стебется надо мной в эфире. Меня отправили домой на весь семестр. Думали, что там мне будет лучше. И каково было? А, как будто засунула два пальца в розетку. Как бы жутко, но здорово одновременно. А потом было просто жутко. Это потому, что ты все делала не так. Ты ведь от меня ничего не скрываешь. Люк, поговори со мной, прошу тебя. Ты не предполагала, что со мной может случиться то же самое? Нет, нет. Почему не предупредила? Нет, я не знала. Это правда. Я не думала... Я всегда считала, что все, что происходило в прошлом, было от того, что ты переживал наш разрыв с твоим отцом. Ты мне скажешь, что происходит. Все нормально, мам. Что Люк, с тобой происходит? Пришло время попрощаться Люк, родной, с мамочкой. Что такое? Я же вижу, что Люк. Что-то не так. Я не знаю, что Люк. Ты... Нет, я хочу помочь тебе. Моему сыну нужна помощь. Тебе нет, нужно все помочь. В порядке, мам. Так, тебе нужно. Все ему хорошо. Нужна помощь. Держи, что? Люк. Что? Нет, Люк, нет! Надо тебе было прикончить тебя, когда я у нас был шанс. Что-то не так. Тебе что-то угрожает? Что-то происходит? Отпустите! Отпусти! Люк! Люк! Она знала. Она должна была предупредить меня. Надо что-то делать. Это конец. Так больше не может продолжаться, потому что я не знаю, что я еще могу выкинуть. Мне страшно. Мне страшно. Что мне делать? Не Эй, подходи Софи. Ко мне. Софи, я Тебе хочу... Тебе вообще запрещено здесь находиться. Что за шамадраки, нет? Я просто хотел извиниться. А хочешь увидеть, чего я хотел? Я больше не... Да у тебя совсем крышу снесло. Сука. Нет, постой. Постой, Софи. Это был не я. Даже не пытайся дотронуться до меня. Я всем про тебя расскажу. Ты долбанный монстр. Помогите мне, доктор. Все так запутано. Да заткнись ты нахрен. Ты сам на себя не похож. Да все потому, что это не я. Сука, может, это действительно я? KCB. Первая персональная выставка. Ты уже не ребенок, Люк. Только ты несешь ответственность за свои поступки. Дэниел, это просто проекция твоего разума. Это ни хрена не я. Когда я сплю, он мне кажется, что он вселяется в меня. Заставляет делать то, чего я сам не хочу. Я хочу, чтобы это все закончилось. Говори со мной, Люк. Ты причинил боль кому-то. Что ты сделал? Я пытался убить свою мать.
Еще в детстве. Из-за Дэниела? Я такой же, как она. Нет. Нет, Люк, ты не такой. Ты что-то гораздо, гораздо интереснее. Как научиться жить с шизофренией? Вы поможете мне? Я хочу, чтобы он ушел. Что за хрень? Есть препараты, они помогут. Ты это сделал? Они повлияют на мозговые процессы, но не изменят твою ментальность. Хочу, чтобы он исчез. Не делай этого, Люк. Это искорежит твой мозг. И ты попрощаешься с фотографированием и женщинами. Не надо. Свое лицо. Маньяк-убийца был застрелен при задержании в Бруклин-Хайтс. Это было масштабно. Не так ли? Столько крови. Вы Перси Тикпен? Отец Джона? Кто дал тебе мой адрес? Мне нужна ваша помощь. На дворе уже чертова ночь. Пожалуйста. Как, мать твою, я могу тебе помочь? Сэр, простите, что беспокою. Я был там, когда ваш сын... Понимаете? Ты все видел? Уже после того, как полиция приехала, но... Да, видел. Трудно, наверное, жить после такого. Да, я...
Я думаю, мне кажется, что мы с Джоном чем-то похожи. Похоже, чем? Скажите, а как вы узнали, что с ним что-то не то? Ну, когда вы это заметили? Мы пытались помочь, давали таблетки. Ему становилось лучше на время, но ненадолго. Рисование его успокаивало. Единственное, что его радовало. Рисование. У вас остались его рисунки? Можно мне взглянуть на них? Вон на холодильнике. У Джона был друг? Друг, которого видел только он. Ты имеешь в виду воображаемый друг? В детстве? Думаю, да. А во взрослом возрасте он слышал какие-нибудь голоса или что-то еще? Почему бы тебе не присесть? Давай я принесу тебе воды. Да, послушайте, мне нужно, чтобы вы мне все рассказали, понимаете? Я очень хочу избавиться от этого. Пожалуйста, присядь, хорошо? Я могу найти другие его рисунки. Да. Хочешь, принесу? Да, хочу. Вот они. Скажешь, как тебя зовут? Люк. Боишься, что не сможешь собой управлять? Дэниел Джон. Стучал копом на тебя. Что у вас в руках? А? В другой, что там? Все в порядке. Все будет хорошо. Мы сделаем все, чтобы тебе помочь. Хорошо? Все, что угодно. Это... Стой! Погоди, куда ты? Куда ты? Успокойся, это... сынок. Это Дэниел! Тебе помогут. Успокойся, сынок. Тебе до самого конца! Помогут. А теперь оставайся здесь. Все будет хорошо. Пусти! Я скучала. А ты в порядке? Мне надо присесть. Это то, что ты видела? Что? Это его ты видела, когда рисовала, да? О чем ты вообще? Это просто рисунок. Нет, это не простой рисунок. Двенадцать лет назад парень, который нарисовал это, Джон Тикпен, он убил кучу людей, Кэсси. И та долбанная хрень, что происходило с ним, сейчас происходит со мной. Погоди. И я боюсь, что совершу что-то подобное. Ты понимаешь, о чем я говорю? Нет. Ты что, думаешь, что убьешь кого-то из-за детского рисунка? Ладно. Когда ты рисовала меня, ты видела что-то, так? Как оно выглядело? Да никак. Это была просто метафора. Образ того, что в тебе скрыто. Нет, это был Дэниел. Приехали! Что бы ты ни задумал, пожалуйста, прекрати. Ты пугаешь меня. Говори со мной. Что я с ней сделаю, когда буду тобой? Люк! Ты же видела его, Кэсси! Видела же! Ты, мать его, видела! Смотри, вот же, вот! Вот он, вот! Стоп. Это же он! Нет. Ты видела его, и сейчас он, сука, за тобой! Это темная сторона, и это нормально, она у всех... Я говорю о другом! Совсем о другом, Кэсси! Убирайся! Он прямо сейчас здесь! Ты видела его, когда рисовала? Пошел! Что? Нет! Почему? Нет, подожди! Вон отсюда! Прости меня! Прости! Он убьет тебя, Кэсси! Он убьет!
Я не знаю, на что он пойдет. Я не должен спать, иначе он вселится в меня. Мне нужна ваша помощь, пожалуйста. Прошу. Почему бы нам не встретиться в квартире твоей матери? Ты об этом пожалеешь, Люк. Эти таблетки не действуют. По правде сказать, я бы не полагался всецело на современную медицину. Есть и другие подходы. Разум отражает то, что его окружает. Так вот, где все началось. Я хочу услышать, что Дэниел думает об этом. Так вы все-таки думаете, что он настоящий? Он часть твоего сознания. Но не обязательно только его. Я собираюсь прибегнуть к практике гипноза. Пойдем вместе. Тибетская поющая чаша. Говорят, они придают ясность уму. Кинжал проникает сквозь любые иллюзии и разит наших демонов. Или, как мы их сейчас называем, психотравмы. Вы думаете, это сработает? Навязать борьбу иллюзии нужно на ее территории. Дэниел сейчас здесь? Конечно. Он всегда со мной. Что он говорит? Говорит, иди в жопу еще. И еще кое-что похуже. Ложись. Закрой глаза и проникни в сердце звука. Страх и одиночество. Самые мощные эмоции, которые способен ощутить человек. Эти чувства могут расти в нас до тех пор, пока не подчинят все. Разум пойдет на все, чтобы избежать признания своего величайшего одиночества во Вселенной. Дэниел.
со мной. О чем же? Все, как ты и говорил. Он слаб. И он одинок. И он ничто без меня. Что ты такое? О, просто путешественник. Ищущий свой дом. Это будет очень больно для тебя. Подходи. А знаешь, чем больше говоришь им, что этого не надо делать, тем больше они противятся и делают. Да расслабься, мне уже намного лучше. Есть бездна! Залезай! 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 Узрите. Ваш замок, господин.
Даже не думай о том, чтобы войти, если не починил свою крышу. Я признаю, что потерял контроль над собой, но я теперь держу себя в руках. Класс. Но ты же знаешь, каково это. Даешь волю себе и уже не можешь остановиться. Знаешь, мне правда нравится. Люди обычно меня не видят. Почти совсем. Одиноко. Ты как будто убегаешь от собственной тени. Не думаю, что от тени нужно убегать. Я считаю, что нужно позволять ей управлять нами. Эй, нам надо куда-нибудь уехать. Что скажешь? Да. И куда бы ты хотел? Ну, не знаю. Мы могли бы ограбить банк, облететь весь мир, устроить революцию где-нибудь. Помнишь, когда ты рисовала меня? Ты хотела прикоснуться к моей теме, ведь так? Не угадал. Я видела только Люка. А его тень пусть валит нахрен. Я был добр к тебе. Я выказывал чуткость. В жопу этот маскарад. Меня уже вконец достало это лицо.
Джон Тикпен. Ты ведь Джон Тикпен, да? Как мне отсюда выбраться? Она вернется! Что там такое? Там бездна. Что они сделали с нами? Долбанный паразит! Веками я помогал людям! Я указывал на их проблемы! Я помогал им прозреть! И ни один не заслуживал этого! Это ты, паразит Люк! Если я умру, ты тоже. Кишка танка. Look.
Люк. Режиссер Адам Иджип Мортимер. Авторы сценария Брайан Делью и Адам Иджип Мортимер. Фильм основан на романе Брайана Делью «Итак, я спасся». В фильме снимались Майлз Робинс, Патрик Шварценеггер, Саша Лейн, Мэри Стюарт Мастерсон и другие. Фильм дублирован компанией Kimba Production в 2020 году. Автор перевода и режиссер дубляжа Максим Кофов, звукорежиссер Алексей Климась. Роли дублировали Евгений Рубцов, Глеб Глушенков, Игорь Тарадайкин, Татьяна Абрамова, Антон Эльдаров, Сергей Пономарев, Александр Гаврилин, Алиса Диянова, Андрей Юнайт, Тимофей Звегольский, Яна Смирнова, Алена Андронова и другие.